Просто реально мне страшно за людей, которые впервые сюда заходят, они думают, что тут вообще, блядь, какая-то хуйня происходит, типа. Что это вообще такое? Что это за больные люди сидят здесь вместе со стримером? Блядь, ну чувак 81 заролил, сколько я должен заролить? 15. Агент 007. Агент 007, ебать. Выходит на охоту в лес. На ком пойти охотиться, ребят? Давайте так. О, ебать мне идея. Я возьму дядю Фуриона. О, у меня дабл мид уже. Можно прям вообще на расслабоне пошпилить. Чисто, не, на урсе не хочу. Я Фурионом сейчас вам такой гайд покажу, вы охуеете. Я сейчас просто буду сплитить, пушить и убивать людей. В хорошем смысле алло, этого слова. Алло, дай мид, заебал. О, блядь, нереальное ощущение, что я в ЛПХе сегодня играю. Сегодня вообще что-то очень странное. Я тебе отвечаю, я тебе вот этот яд, вот, который ты выплевываешь, я тебе в глотку его обратно буду засовывать, чтобы ты, сука, сдох вместе там, вот кто вот за границей обитает. Вайпер, иди нахуй, я... пожалуйста. Я надеюсь, ты скажешь что-то. Я сказал, пожалуйста, может, ты уйдешь? Иди нахуй, я же сказал, пожалуйста. Я так понимаю, да, сейчас такой зашел, да, мой голос, ну, что, голос такой, какой есть, я простудился в детстве, да. Титов, да. Голос, счастлив, да, пошел нахуй, твой рот ебал. Что это происходит каждую игру? Типа, я ничего для них не делаю, ничего, я их не ссорю. Же больше, чем не ссорю между собой и так далее. Они просто по КД срутся и руинят друг друга. Ты гадюка ебаная, съебись нахуй куда-нибудь в леса, чтобы тебя там клоуны сожрали. О, перчатка. Фармишь, как моя бывшая, сука. Блять, что он несет? Вайпер, иди нахуй. Ладно, я пока не буду мерзиться, я помолчу, я не хочу просто. Меня кто узнает и не будет уже общения нормальных пацанов. Значит, они начнут стараться, сразу кто-то уйдет с мида там. Не-не-не, пусть общаться. Короче, это фри победа. А, еще и фура лесной, заебись, хули бы и нет. Слышь, харкай в него побольше, харкай, харкай, иди харкай. Сейчас мы его отпиздим с тобой, братишка, вместе, мы команда, ебать. Блять. Давай, я пушу, ты харкаешь. Что-то он резко поменялся. Я тебе даже манго принесу, поехали. Что это как-то подозрительно. Что с ним, блять? Да, сука, не трогай крипов, я ж тебе манго принесу, собака, ты сутулая. Давай, иди харкай, фура прилетит, короче, за тавер. Во, полетели, полетели, все, давай, хорош, хорош. Джон Соник, спасибо огромное за рисавчик. Слышь, бомжи, есть у кого микрофон? Диджей Дырка. Возьми мой банан. Возьми мой банан. Возьми мой банан. О, возьми мой банан. Возьми мой банан. Возьми мой банан. Кто это? Соберись, блядь. Ви-ви-ви-ви-ви-ви. Соберись и... Ви-ви-ви-ви-ви. Будь, сука, мужиком. Ви-ви-ви-ви-ви-ви. 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 Вкручай ты, да, спасибо. Да. Вайпер, свинья ебаная, как ты без второго играешь против макаки? Блять, что за хуйня происходит? Ребята, пожалуйста, включите Айдамир, могу черные глаза. Я буду сейчас танцевать, ей-богу, блять, перед камерой, нахуй, ей-богу. Стрейт, я твой рот ебал. Да я твой рот ебал. Это пизда, какие-то ви-ви-ви, блять, ебут меня. Блять, какая-то, что вы несете? Бегу, братишка, лесной ты мой. Не, все. Собаку спиздил, вот это. Бегу. Снайпер на фурже, пришел туда. Сейчас меня пуш убьет с инвиза. Смотрите и запоминайте. Предсказание мое. Он толстый. Я умру от пуша с инвиза. Куда, в лес, либо так. Да, вроде бы в лес. Понимаю, понимаю. Come, I come. Ну, сейчас у нас, блядь, джаггер выформит в лесу с фурой, выйдем. Ко мне, лего, убьем, давай, отвечаю. Да ко мне беги, придурок, дай дуэт. Я, кстати, никогда не понимал, на что рассчитывают долбоебы на Хускарах, которые берут их на ФП. Он на ФП взял Хускара, он получил ВР-ку, контрпик, он получил аппарата, контрпик, он получил макаку, тоже нормально себя чувствует. Ну, типа, он получил два минимум контрпика полнейших. Я им не дам быстро спушить. Я, короче, эту игру сыграю на... Я смотрю, ты жирный стал очень, блядь, так что давай, блядь, как ты жири поменьше, да? Охуел. Это последний мой, да, 500 рублей? Я ваш рот ебал. И это... Всем удачи, ребят. Быстрее, присядь, пожалуйста, 5 раз, ей-богу. Это, прошу, 5 раз присядь. Ты ебанулся? Спасибо за донат. Давай, фура, я лечу, давай подеремся. Дерусь уже подрался. Понимаю. То есть я попробую просто удлинить игру, чтобы мои дебилы раскачались.
Джей Дурка, алло. И, блядь, Вайпер, сейчас. Пойдем, короче, харкать будешь, и я буду плеваться. Что происходит? Гоу-гоу-гоу-гоу-гоу-гоу-гоу. Тут сам с собой разговаривает. Стоит. Походу я один, вы твари бесконечные. Найн! Да, ультанул. Арестован? Лузер. Только и можешь, что стрим снайпить лесных фурионов. Пошел нахуй отсюда, блядь. Чмо лузерное. Пошел нахуй. Дуэль сможешь дать? Молодец. Аппараты, хуераты, кидайте в меня что хотите. Днище, ебать. Спасибо за донаты. Слышь, пацаны. Фурион. Да пиздец. Фура. Все, он до меня решил доебаться, я не буду ничего. Ты что, ебанутый? Нахуй ты сам с собой разговариваешь? Иди сюда, дефать будем. Ты клоун, ебаный. Да что происходит? Все, Google мужик сломался, давай, да? Даже Google мужик ушел уже от меня. Нужен мне мужик. Понимаете? Не, ну вы свиньи бездарные. Вас, блядь, я хуй знаю, только в унитаз смыть. О, прилетела гадюка, ебать, хорош, давай харкань его, хату, блядь. Ёбаный ты мудак, чтоб ты, сука, здоровый был, и твои дети были такие счастливые, как и ты. А, зато фура у нас в лесу фармит. Мой не пельмень, а то пишет аноним. Что за хуйня? А ты можешь ему дело собрать мом, чтобы ты рот с меня открывал зря? Я настоящий царь, а ты холоп, тупая псина. Ты не пацан и не мужчина, что-то ниже. Ты получше слышно тебя было, свинья ты тупая. Это пиздец вообще, что происходит? Фу, блять, реально хуёво, ребят, это просто пиздец. Особенно, когда ты 3 дня не стримишь, ты сюда возвращаешься и в ахуе сидишь. Ну, уже все нормально, уже типа, вот эти пацаны вот эти на донатерах, больные, в смирительных рубашках, уже как бы не удивляют. А чё ты ему пикаешь, ты, блядь, сейчас это просто пиздец. Вообще. Опа, фура пушит, нихуя себе. Нихуя себе. Я не могу пушку, меня сразу остановит пуш на дагере. Типа только если я линку куплю, а так меня пуш остановит сразу. Да где помощь, блядь? О, фурион моей команды, ебать, команду слили, а я пушу. Вот почему я не пушу, видите? Я просто прихожу, меня будет пушу делать. Поэтому тут надо играть. Ебать, вот это пуш. Не, ну точно чем-то болеет чувак на Хускаре. Я пока не знаю чем, я не врач. Диагноз поставить не могу, но болезнь присутствует. Он всю игру сам с собой пиздит, понимаете? Слышь, фура, кто, блядь, тебя там пиздит? Что? Кто ты нахуй? Что с тобой не так? Простите за мой совет. У вас много музыки. Она сбивает стоп. Давай, короче, вы 3 свиньи отвлекайте, мы с фурой кушать пошли. Ну, если это фура, музыка... Фура, пойдем, мы с тобой команда. Все, тихо. Давай, фура, я здесь. Эх, не успел срубить. Но я ультануть решил. Давай, ко мне. Хорош, фура, пошли. Со всех сторон ебут. Фура, давай, фура, ты где, фура? Я тут. Фура, мы его убили. Я красавчик. Я тут. Просто стрики сняли. Играю на сервере психбольницы номер 6. Это только, знаешь, это локальный сервер. В чем здесь суть? Сути здесь нету, походу. Тут просто без сути. Просто вот есть отдельная палата для особо больных. В ней лежит Хускар. Сегодня у него понедельник. А по понедельникам ему разрешают играть. Ему принесли ноутбук. И я с ним попался, понимаешь? Вот и вся суть. Фура, давай, короче, он пота такая же будет. Видишь, он что-то мне опять говорит постоянно. Джаггер, иди отвлекай. Ему никто не отвечает, как бы все понимают, что. Че, куда летим? Он больной. И с ним никто не общается, он сам с собой разговаривает. Ну че, блядь, Вайпер, остались мы с тобой вдвоем. Хули ты мне уходишь? Пойдем вместе драться. Фура, пошли вместе опять, как команда, у меня есть все, пойдем. Вайпер, отвлекайте, короче, вон, Джага отвлекает, и это, давай тоже отвлекайте. С фурой типа команда, он хотя бы адекватный чуть-чуть. Стрей, что делать? Если парень смотрит твои стримы, не идет секситься. Бегу, братишка, бегу. Ах ты, сука! Короче, блять, нападаю, прикрываю, кидаю, блять, сука, ебаную алебарду, а он ТП делает. Вот сука неблагодарная. И он еще выжил, блять. Охуеть, мы вчетвером сдохли за его очко дрявое. И он еще выжил, пошел лес дальше фармить. Заебись просто, заебись. Ах ты, педик на фурионе, говорят, это стрей. Ну теперь я понимаю, почему мы проебали. Я их держал сколько мог, я 37 минут эту залупу пытался дефать. Я просто эту залупу дефал, понимаете, 37 минут.
ни одного тимфайта, а мы не можем тимфайтиться, у нас не с кем. У меня 4 керри и фурион. По сути, у нас стана даже ни одного на команду нету. То есть, типа, какая-то вообще такая гнида происходит в этой доте сегодня. Все, я домой. Ну, я, типа, постоянно стягиваю одного молодого на деф базы. Но они рано или поздно их миду зайдут. То есть, я их пытаюсь держать. Так, ну, меня пацаны хотят сразу въебать. Они после того, Крашан умер, пошли туда пиздиться. Тут я им, конечно, не помощник в суициде. Хотя я мог бы и помочь засуицидиться, но я хочу еще утонуть пару раз. Просто хекс опять же купил, а драться с тем хексом не могу. Ну, я имею в виду и с тиммейтом не с кем пиздить. Ибад Мамедов лох. Гоу драться. Передай привет Ибаду Мамедову. Нахуй ты его оттолкнул с лужи, придурок. Все, за тупость нахуй, арестован, блядь. Мириту, извини меня, пожалуйста, за мат. Зашел на стрим Хускар. Он такой хуйсос и пидорас. Ему в очко надо дать ЧСВ Ульбан. Суждаю быдло на донатере. Блять, по макаке б дало и заебить было бы. Изи, подождите. Так я еще и баллы разобью сейчас. Спасибо за игру, худшее. Блять, ну в этой игре вообще ничего не происходило. Если я говорил, что в предыдущих ничего не было. Эта игра, знаете, мне напомнила примерно год, наверное, 2012, когда я просыпаюсь и захожу в World of Warcraft. Короче, я проебываю универ, захожу в World of Warcraft и начинаю хуярить. 8 кентавриков, 5 кобольдов, 4 наруча энигмы, блять, 5 сфер демона, 4 ракушки собрать, 3 кактуса подрезать, блять, 5 руды нахуярить. Туда побежал, туда съездил, талантик вкачал, там что-то фарманул, там продал, на аукциончик сходил, там попиздился. В общем-то, в принципе, игра была очень похожа вот на ту самую, понимаете? То есть, типа, у тебя ни команды нету, ни врагов нету, потому что врагов я тоже особо не видел, так как, ну, меня сначала пару раз убил стрим-снайпер на Пудже, но потом... Он уже от меня отъебался, потому что он в соло меня уже убить не мог. Я купил Октарин и Аганим, и я шукаю, или Сашу каю. У меня там 3000 здоровья, он уже один меня никак не убьет. Он от меня отъебался, но при этом в игре не было ни одного тимфайта, и просто какая-то полнейшая хуйня происходила. Просто полнейшая хуйня. Но с другой стороны, когда у тебя дабл мид, типа на что рассчитывать?